аттракцион остановился. В соцсетях появилось видео, на котором девушка рассказывает о ситуации, а за спиной у нее неподвижный аттракцион с людьми. Как стало известно, аварийная остановка произошла из-за резких порывов штормового ветра, во время которых эксплуатация аттракциона запрещена для безопасности пассажиров. После остановки всех гостей в течение минуты спустили на эвакуационную платформу, сообщили в пресс-службе парка. Также там отметили, остановка квантового скачка подтвердила, что системы безопасности аттракциона исправно работают. Аттракцион протестировали и позже вновь запустили. Квантовый скачок – один из самых экстремальных аттракционов в мире. Он оснащен датчиками системы безопасности, которые реагируют на любые изменения погоды, давления, температуры. И при критических колебаниях аттракцион останавливается.